25 января. Татьянин день и день студентов. Вот я искала какой-нибудь фон. Сейчас же сами понимаете, зима, красоты никакой нет. Ну вот нашла бамбук. В этот день я хочу поздравить всех Танечек, Танюшечек. Всех. Я даже перечислять не буду. У меня столько знакомых, приятельниц, подруг, которых зовут Татьяна. Это очень хорошее имя. Это девушки волевые, властные. Такие хорошие. Хорошие женщины вырастают из Танюшек. Ну вот, что вот вам пожелать, зайки мои? Ну что, здоровье самое главное. Терпение в этой жизни. Любви родственников, внуков, детей, мужьев. Да, в общем, ну что желать-то? Вы сами знаете, чего вы хотите от этой жизни. Вот пусть вам все это избудется. А самое главное, будьте здоровы, девочки мои. Мои девочки, бабушки. Все равно девочки. А, еще я поздравляю студентов. У меня у самой скоро внук будет студентом. В этом году будет поступать. Пусть все мечты их сбудутся. Пусть все, что они хотят, пусть все получится. Приятный день такой, Татьянин. Не знаю, как-то у меня всегда. Каждый год он такой приятный. Хоть я и не Татьяна. В общем, Танюшечки мои, будьте самыми красивыми, самыми молодыми, самыми здоровыми. Я вас люблю и обнимаю, и целую.